Друзья, здрасте, это War Thunder, ссылки на которые вы найдете в описании к видео. Ну а мы с Артемом вместо того, чтобы нормально поиграть в эту игру хотя бы раз, экспериментируем и пробуем всякую хрень. Я вот сейчас сидел и понял, что у меня есть план. У меня есть одна идея. Но я не знаю вообще, сработает ли она. Ну, она, наверное, это сработает. Но все-таки не знаю, сработает ли. Танк против самолета, прям вот битва насмерть. Без поддавков, без всего. Вот я танк, ты самолет, и вот... Любой, истребитель, бомбардировщик. Главное, чтобы были крылья, возможность летать и желание сдохнуть. Это три критерия. Ну, у меня есть желание сдохнуть. Да, я проигру. У меня перегрузка 10G. Это приятно. Это приятно. Очень легко трамбовать свой завтрак. Где ты? Я не вижу твое очко. И, естественно. Оно в надежной защите. Что ты делаешь? Придурок. 1-0. Это было легко. Вот тебе я, вот я, вот я. Вот прямо вот тут. Вот стреляю, чтобы ты меня увидел. Слушай, одну рандомину в хуйню еще вот так попаду, нет? Ну, попал. Мне очень больно, на самом деле. Тебе да так... ну тебе. А? Что? Что? А я ничего не делал. Ты мне крыло оторвал. А, так без него летают. Обычно, правда, только вниз. Не, Вась, по тебе попасть невыносимо сложно. Просто невыносимо. Ты посмотри на эту гниду. Ай-яй-яй, дымится, горит. Да нет, все в порядке, Артем. Тебе кажется, что что-то не так. Все в порядке, да, я лечу. А где ты? Я лечу на базу. Я лечу на базу. Я лечу на базу. Похож на метеорит, Артем. Что-то летит рядом где-то. Опа, 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 заспрейл, смотри, оп, я одну пульку по тебе попал, я хотел просто прицелиться, чтобы ты меня, это что, куда я попал тебе? Я не знаю, меня закрутило, как колбасу просто, фаршануло. Давно ты видел, чтобы, что за слова ты используешь, фаршануло, закрутило, как колбасу, я что-то ни разу не видел какую-то крутящуюся колбасу. Оу, это было, блядь, опасно. Близко, да? Ля, это что за хуйня летает? Ля, это что такое? На! Ты как там? Ты как? Я живой. Я тушусь. Ну первым блинкомом, ничего страшного, я готов к новым... Я тебя сейчас натяну, я почувствовал только что мощь и твой страх, самое главное. Я готов заново. Ой, я готов. Я тоже готов, я тоже готов. А я сейчас гляну, что теперь у меня есть. Так, нужно понять. Да, вижу. Ой, я выкакал. Ой. Что ты выкакал? Да там одну штучку случайно выкакал, пока искал клавиши. Я просто слежу за тобой или как ты летаешь? Слежи за мной. Слежу за тобой. Стреляю по тебе. О, попал. А ну-ка, что будет, что будет сейчас, что будет? Как же приятно это! Я на тебя уронил прям свою 20-килограммовую эту кастрюлю. Как ощущения из первых уст? Иди сюда, я надеру тебе жопу. Так у меня больше нету, у меня больше... На самолете? Да. А где ты? Мужчина! Что это было? Что это было, блядь? Придурок! Я чуть не обосрался! Я реально передернула меня, охренеть! Так, надо какую-нибудь быструю технику взять, потому что это медленно мне вообще не нравится. Я же могу любую технику брать, правильно? Ну, типа, да, что ты планируешь? Что, какой-то план есть, капкан? Очень есть план, капкан. Я понял, зенитка, блядь. Как будто я такой тупой. Газ. Снова он. Ты берешь газ против истребителя? Да. Какой красивый ты полетел. Спасибо. Да где ты есть? Я тут. Тут это где? Тут это там. Пошел. О, газ. Ты такой сильный. Ну я понял, что я прогадал с оружием, я тебя недооценил. Я думал, ты послабее. Ладно. Я не знаю, что это за ракеты, но я попробую их на тебе. Какие нахрен ракеты? Какие-то ракеты, а что? А что ты хотел? Газ? Не такой плохой наказался. На, блядь, посмотри на вот это! Как твой газ относится к такому количеству ракет? Во все желание пойти и сбросить бомбу. Я сейчас нихуя не проиграл.
Давай, поворачивай. Да, сюда. Правее, правее. Я, честно говоря, не знаю, где ты. О! Ой! А что? Я вижу, как... А что это было? Погоди, я ничего не понял, что это было? Я ничего не коснулся. Погоди. Надо проверить все. Подожди. Ты вышел или что? Охуеть! Это была взрывная волна от моих бомб! Я сам себя взорвал, блядь! Охуеть! Опасный! Большой радиус поражения! Опасная штука это, оказывается! А я думаю, что произошло? Ничего не было в небе, ты по мне не стрелял! Ладно, я сам себя разъебал, настолько мощный! Помолимся во имя Тебя. Перешел на молитву, оружие не помогает, блядь. Это тот самый случай, когда перепробовал все тактики и все не работает. Я не знаю, смогу ли я... 24 ракеты со мной всего. О, что? Что? Что с тобой? Они тебе не понадобятся. Да я себе опять что-то отломал, блядь. Я типа, я ничего такого не делаю. А, кстати, он лучше летать стал. Все в порядке, я готов к бою. Я даже лучше, чем был. Закрылки отпали, нахуй не нужны вообще. Понятно. Не могу повернуть на тебя. Не, все-таки я не очень удобно летаю. У меня есть проблема с управляемостью. У вас есть некоторые проблемы с управляемостью. Но, в принципе, дело сделано. Как говорится, можно и отдыхать. Сука, не, вообще неудобно. Он не стреляет. А я без закрылок тебя как-то прикончил. Вообще ничего не было. Только воля к победе. Или ой, давай не на Б, а на центр Е, получается. Ой. А что 5, происходит? 6. Где? А, слушай, это ты стреляешь по мне! Иди-ка ты! На самом-то деле я типа просто плыву, а мои ребята что-то агрессивные какие-то. А попадания какие-то ощущаются? Нет. Ну это хорошо, значит они косые. О, ощущаются! Чините! Артём, а ты, кажется, чините. Это, плывешь в стену. Я умираю. Я не могу повернуть, он не попадает. Да, ты попал по мне. У вас звездные войны какие-то начались у меня, а ты припарковался. Что происходит? А ты говорил, не весело. На, я куда-то попал, в тебя там попадаю. Слушай, какие-то звездные войны у меня абсолютно. Я не знаю, мне сейчас эпилепсия начнется. Серьезно, бля, пиздец. Ну я стреляю. Да как так, Вась, я иду бить тебе ебать. Я ничего не знаю. Я просто иду бить тебе ебать. У тебя пожар начался. Пожар какой-то. Горит, да ничего сука. Страшного, я. Горит. Это не пожар, а фуфло. Это так, чисто. Горит. Смех. Ты уже не похож на корабль, ты похож на костер, блядь, в детском лагере, заебал. Нормально. Я еще жив. Да, он еще жив. Надеюсь, вы тоже, потому что скоро уже сентябрь. Это был War Thunder. Всем большое спасибо за просмотр. Ссылки на проект есть в описании к видео. По ним получаете ништяки, вы и сами знаете. Ну а я поеду отдыхать, съезжу на 3 дня на море, как раз тогда, когда. Мало людей. Ой, я знаю, как вы меня сейчас ненавидите. Я чувствую это отсюда. Но хочу уточнить, я ни разу не отдохнул толком за это лето, поэтому ненавидьте меня немножко меньше. Да, именно такой я танк взял. Какой? Газ А! Ты взял газ А и попробуешь сейчас на газе А? Так это же бессмысленно. Убирай свои ракеты. И что мне взять? Бери, стреляй просто. Так это еще проще. Не стреляй тогда. Ладно, если ракета нельзя, и нельзя стрелять из пулемета, у меня есть еще один способ. Я разговариваю как какой-то ублюдок.